Hey, yo, guys, с вами Шумки. Мы продолжаем проходить игру под названием Sonic Hedgehog 2. И это у нас океан масла. Если вы помните из Sonic Mania, здесь будет на крабике он, по идее. Ой, здесь же нам нужно было этот. Помните, поджигай топливо, чтобы мы не про... Хотя я мог по маслу просто пройтись, если не ошибаюсь, да. Ведь мне масло тоже ничего, в принципе, не наносит. Ебаная подстава. Понимаете, меня спасли какие-то миллисекунды, благодаря тому, что я подобрал кольцо. До того момента, как я коснулся. Knuckles, to fail. Он умеет летать, я тоже хочу уметь летать. А где огненная сфера? Мне вот что-нибудь... Я тут ночью я... Приятно. Надеюсь, я иду хотя бы туда, куда надо. Не знаю, но я все монеты потерял. Мы с вами просто прыгаем куда-то. Вот я, кажется, возвращаюсь обратно, да? Или нет? Фантишка. У меня сейчас бессмертие закончится. Ох, и что те телепорты. Ну да. Ну хоть две монеты. Это хоть что-то. Масляная долина. По идее говорят, что Hedgehog 3... Не. Sonic и Knuckles это начало истории. Sonic Hedgehog, продолжение этой истории. Эти
что я даже не знаю, во что там верить. Мне эта херня не со урона, или мне показалось? Я бы считал, что мне показалось. Ух! А-а-а, даже так. Я думал, меня типа подбросит и раздавит. Ну, ладно. Да, 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 морской коник, именно, именно. Стреляй! Он стреляет наперед! Ну и падла. Надо было, чтоб меня раздавило, блядь. Идешь куда-то. А куда? Ты поймешь. Ну, куда-то. Заметьте, что мне на этом уровне вообще монет нету, заметьте. Ей, меня убили, Чё за бред? Ну да, пока ты понимаешь, что у меня лифт, вот он все тратится. И когда я пришел, понимаю. Да ну. Я не шарю, куда идти. Просто я прыгаю там, где уже был, понимаете? Думаю, да. Не страшно. Блин, а видите, да, здесь огненного шарика нету. За которым нужно глаз за глаз. О, дошел до босса. А, заметьте, здесь босс иначе выглядит. Тихо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Да, тогда помните, были руки осьминоги? И мы осьминогу лапы отбивали. Это вам не то. Все. Все. Пять атак. Просто пять атак. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.